Не за горами лето, и мы отправляемся в путешествие. На машине. Вместе с Фаером. Я переживаю, как он перенесет дорогу. Для подготовки к путешествиям с собакам нужно знать обязательно правила. Правила такие. Первое – это социализация. Собака должна комфортно себя чувствовать в автомобиле. Очень важно знать, когда вы путешествуете в ту или иную страну, правила той или иной страны. У собаки должен быть ветеринарный паспорт, собака должна привита быть от бешенства. Также обязательно необходимо знать, когда вы путешествуете, для собаки должно быть приготовлено место в машине. Собака должна быть зафиксирована. Когда вы выходите на небольшое время, на заправке, даже в магазине, даже на 5 минут, ни в коем случае животное нельзя оставлять в салоне без присмотра. Мои друзья часто ездят на природу, ну, как говорится, дикарями. Палатки, рыбалка, в общем, все как полагается. Нужно обязательно обработать щенка от паразитов. Животное также необходимо привить дополнительными вакцинами. Не те, которые требуются обязательно нашим ветеринарным законодательством Российской Федерации, но и также есть вакцины от лишая, вакцины от аденовируса. Собираясь в поход, мы всегда берем аптечку. Если с тем, что может понадобиться человеку, более или менее ясно, то вот как правильно подготовить лекарство для четвероногого друга, лично для меня большой вопрос. Ни в коем случае нельзя начинать путешествие, не приготовив, начиная от поилки места корма привычного. Ну и, конечно, аптечка – это то, что может спасти жизнь. Обязательно в аптечке должны присутствовать жгуты. Если животное поранится, вы сможете остановить кровь. Обязательно должны быть антисептики, обязательно гистаминные препараты, потому что животное может что-то съесть, какого-то жука или там насекомое, которое может привести в путешествии в лесу к аллергии. Отдых на природе с собакой может стать потрясающим интересным путешествием или обернуться трагедией. 100 раз подумайте, прежде чем решитесь именно так провести свой отпуск. И обязательно при подготовке посоветуйтесь с ветеринарным врачом и кинологом. Готова ли лично ваша собака на жизнь в кемпинге или палаточном городке? Не проявит ли она агрессию к соседям и другим животным? Решение должно быть обдуманным и взвешенным. Берегите себя и окружающих. С вами были Фаер и Павел Дикон. Программа «Евразия. Познаем вместе».